Добрый вечер, Алексей Степанов, капитан команды SAP. Сегодня была, конечно, потрясающая игра. Первый тайм, ничего у нас не получалось, и атаковали, конечно, и очень много моментов упустили, но две контратаки перечеркнули все наши усилия. И второй тайм на морально-волевых добавили в прессинг и стали атаковать соперников в их зоне. Это принесло свой результат. Первый гол забили, но ошибся вратарь, второй был рикошет, а третьи и четвертые голы уже после красивых комбинаций были разыграны, и закономерная наша победа 4-2. А как в целом можете оценить выступление команды на турнире в регулярном чемпионате? Мы могли, конечно, сильнее. Пару игр, конечно, мы провалили, и за счет этого не смогли занять высокое место. Рассчитывали, конечно, на первое, но третье место тоже в медали хороший результат для нашей команды. А как будете готовиться к плей-офф? Ну, плей-офф, если он будет через неделю, это нам осложнит, потому что у нас многие будут в отпуске. Конечно, состав будет ослабленный, но будем стараться бороться и показывать хорошую игру в плей-офф.